Нарядные с отличным настроением ветераны встречали своих старых друзей. Все они давно не виделись, им было о чем поговорить, что вспомнить. Как воевали, как развивали приморский спорт в трудные послевоенные годы. Этот праздник устроили специально для них, ветеранов спорта, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Примите сегодня наши искренние поздравления с самым главным праздником всего нашего народа, с праздником Великой Победы. Прошло уже 70 лет с тех страшных событий, но мы искренне помним ваш подвиг и каждого из вас, и тех, кто отдал свою жизнь, завоевывая победу для нас, для будущих поколений. Этот праздник стал символом героизма и стойкости нашего народа, примером патриотизма и силы народной веры. Великую цену заплатили ветераны за победу. Честь и слава героям Великой Отечественной войны. Председатель Совета ветеранов спорта Приморского края Лидия Баранова поздравила участников встречи со знаменательной датой и напомнила о тех, кого уже не стало. В России нет такой семьи, которая не потеряла бы за эти годы своих родных и близких. А мы с вами 10 лет назад встречались в этом же составе в Доме офицеров флота. Но тогда участников войны было намного больше, чем сегодня. Я бы хотела вспомнить их поименно, тех людей, которые ушли от нас, с кем мы работали рядом много лет, с кем дружили, с кем просто были у нас хорошие отношения. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаи я поплыву в такой же сизой из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Много теплых слов было сказано о каждом из ветеранов, и хотя все они уже почтенного возраста, кому за 80 лет, а кто и старше, но по ним этого не скажешь. Известный сподвижник здорового образа жизни Александр Михайлович Пагаев в составе 178-й стрелковой краснознаменной дивизии участвовал в боях при снятии блокады Ленинграда, затем воевал за Выборг. За мужество и отвагу награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени и многочисленными правительственными медалями. Горжусь тем, что мне удалось с оружием в руках защищать нашу родину. Я горжусь тем, что более 40 лет нахожусь в спорте. Я когда-то создавал клубы бега, сам участвовал во всех мероприятиях, во всех пробегах, которые организуются здесь, во Владивостоке. Во всех своих выступлениях с молодежью. Я всегда призываю молодежь, чтобы занималась спортом. Спорт дает человеку надежду на будущее. 20 мая Александр Михайлович собирается отметить свой 90-летний юбилей в лучших спортивных традициях – легкоатлетическим забегом на стадионе «Динамо», принять участие в котором пригласил всех ветеранов. Своей, и помнит улицу. И
Вместе с дочерью приехал на встречу патриарх приморских шахмат Иван Федорович Волошин, который в августе этого года тоже отпразднует юбилей, ему исполнится 105 лет. Труженик тыла, инженер по образованию, в годы войны Иван Федорович работал в тылу на оборонных предприятиях страны. Его трудовой стаж 48 лет, награжден медалями за доблестный труд во время войны, 300 лет российскому флоту и многими другими. В 1934 году стал чемпионом Дальнего Востока и победителем Всесибирского турнира по шахматам, многие годы был чемпионом Приморского края. Я склоняю свою голову, отдаю свое сердце, любовь, внимание всем ветеранам, мужчинам, женщинам, которые воевали, которые прошли войну с Японией 45 года. Низкий поклон. Здоровья на многие годы. И дай Бог, чтоб мы еще через некоторое время смогли увидеться с вами. Спортивное братство, священное богатство. Со школьных лет мы молодость, тела и души спорту отдавали. И пока мы живы, будем со спортом всегда дружить и будем ему верны. Спасибо, спорт, что нас объединяет. Для ветеранов в этот день звучали поздравительные стихи, музыкальные композиции и песни военных лет, слова которых они знают наизусть. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. А когда зазвучали зажигательные «Смуглянка» и «Казаки в Берлине», то многие не удержались и даже станцевали. Раскудрявый, да клён зелёный лист резной, да влюблённый, да и смущённый метой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый, да клён зелёный лист резной, да влюблённый, да и смущённый метой. Все собравшиеся были рады увидеться, ведь такие встречи бывают нечасто. Праздник в честь 70-летия Победы для приморских ветеранов получился очень душевным и по-домашнему теплым. Егор Ковленко, Елена Ритус, Вести Приморье. Если я вдали от тебя, хоть в Москве, хоть в Париже, точно знаю я, это истина, все видит Бог. Нет роднее тебя, нет милее, дороже и ближе. Сердце мое навсегда, навсегда самый близкий мой Дальний Восток. А на Дальнем Востоке тайга, с ветром боли сродились снега. А на Дальнем Востоке волна омывает любви берега. А на Дальнем Востоке друзья среди радости ждут не тая, а на Дальнем Востоке любовь обжигает огнем сердце вновь. Снова я сюда возвращаюсь к родимым истокам. Будет путь тернист, и пускай пролетит много лет, точно знаю я, здесь, на этом, на Дальнем Востоке, будут родные мои места, и друзья никого ближе нет. А на Дальнем Востоке тайга, с ветром боли сродились снега. А на Дальнем Востоке волна омывает любви берега. А на Дальнем Востоке друзья среди радости ждут не тая, а на Дальнем Востоке любовь обжигает огнем сердце вновь.
востоке, а на дальнем востоке тайга, цветом волей взруднили снега, а на дальнем востоке волна омывает любви берега, а на дальнем востоке друзья встречи радости ждут не тая, а на дальнем востоке любовь обжигает огнем сердце вновь, а на дальнем востоке тайга, а на дальнем востоке волна, а на дальнем востоке друзья встречи радости ждут не тая, а на дальнем востоке любовь обжигает огнем сердце вновь. С праздником вас, уважаемые ветераны!